Всем привет! Меня зовут Амир Ройтман, я являюсь президентом клуба молодых бизнесменов, а передо мной Корнелиус Сел, предприниматель, крутой человек, лидер. И я знаю точно, что сегодня он ответит на многие вопросы, которых многих интересует. И, соответственно, первый вопрос. Корнелио, вот скажи, вот прямо сейчас, что ты чувствуешь? Я чувствую гордость за то, что меня Амир Ройтман пригласил в студию. Я очень рад, что я дорос до такого уровня, что меня приглашают, спрашивают мое мнение. Как ты себя чувствуешь? Я радует, ну, гордостью делюсь своими друзьями. Большое тебе спасибо, Амир. Мне нравится, я очень рад за своего друга Амира, что он растет, я его знаю не так давно, но с каждым разом, когда мы встречаемся, он все становится круче и круче. И вообще мир вокруг нас становится крутым, осень у нас крутая. Вот, ну, вся по всем векторам такой легкий правильный рост, и это дает некое такое, скажем, маленькую ноту возбужденности. Вот так тебе отвечу. Я чувствую себя возбужденным. Круто. Скажи, пожалуйста, вот сегодня я хочу затронуть тему лидерства, и поэтому у меня первый вопрос: что для тебя лидер и как он выглядит? Ну, наверное, в первую очередь для меня лидер – это человек, который не говорит, что делать, который знает теорию, а берет и делает, который собственным поступком, поступок – это очень сильное слово, это не просто делами, делами, а поступки – это четко выраженными какими-то действиями, приводит к свою команду, к успехам всей группы, всей компании. Неважно, это, если это футбольная команда, то вот своими действиями оно приводит к победе некой. Вот. Вот это лидер, самый отъявленный в моем понимании. Скажи, вот для тебя в нашей стране много лидеров? Ну, вот ты многих лидеров встречаешь? И как они выглядят? И кто для тебя вот есть пример сильного лидера? Вот, хороший вопрос, Амир. Так подрезал, короче, да. Да, действительно, я считаю, что в нашей стране есть лидер. Я не буду касаться политических лидеров. Я считаю, что очень крутой лидер – это человек, во-первых, когда он лидер над самим собой, который может управлять своими эмоциями, может управлять своими действиями. Это человек, который рано утром встает, начинает день с планирования. Может быть, ему не хочется встать 6 часов утра, но его что-то тянет, что-то поднимает с кровати. Это некая миссия, что он отвечает за каких-то людей, что он отвечает за свою компанию, за семьи этих людей. И он идет и учиться, когда другие идут бухать пиво или что-то какие-то там, или играть в футбол. Вот это настоящий лидер. Лидеров много, это не значит, что это должны быть какие-то непременно люди очень богатые или управляющие сотнями людей. Это могут лидеры, это много отцов для своих детей. Лидеры – это старшие братья или старшие сестры для своих. Вот это все лидеры, которые мы можем этому лидерству и обучиться, и непременно, они точно не все родились лидерами. Внедренные качества, конечно, есть, но их не так много. Их там процентов 15, а все остальное – это взаимствованное, это обученное, это отшлифованное ежедневным трудом лидерские качества. Вот. Лидеров много. Я считаю, что один из лидеров ты, Амир, это второй комплимент за последние 5 минут. Это без лести, но я действительно считаю, что ты взял свою жизнь в свои руки и управляешь ее, это важно. Очень много лидеров внутри нашей компании, которые на разных уровнях. Это человек, который может взять на себя ответственность за результат, тем самым он становится харизматичным, тем самым он становится сильным. И таким образом вся компания начинает работать по принципу вот этих вот ребят. Вот. Если, в принципе, управленец следит за тем, чтобы эти лидеры были те, которые ему нужны, эту компания будет идти в нужную сторону управленца. А если эти лидеры самозванные, то компания будет либо деградировать, либо уходить вот в эту самозванную область, которую кто-то придумает, если не управленец. Но круче всего, когда у управляющий сам есть лидер, главный лидер, и он ведет компанию по своему стратегическому плану, по стратегическому плану собственников этой компании, создателей. Вот.
примерно вот это лидер вокруг нас есть. Круто. Друзья, я вам объясню, почему я пригласил Корнелия Сео и решил с ним поболтать, потому что, ну, во-первых, мы с Корнелием достаточно давно знакомы, и я слежу за его успехами, и меня впечатлило последний большой его успех, это новая фабрика Тандем, которая была построена, внимание, за 2,5 месяца. Я понимаю, что это практически что-то невозможное. Построить большое здание, сколько там квадратов? 6 тысяч, да. 6 тысяч квадратов. Кто не знает, на Петриканах есть сейчас красивое здание, там написано компания Тандем. Кто не знает, Тандем — это мебельная фабрика. И они это сделали за 2,5 месяца. Объясни, как? То есть я понимаю, что это не было чудом, это была командная работа. Что ты сделал такого, что строители, прораб, что твоя команда, что все вместе взяли и сделали, и успели, вот, ну, вот ты планировал 2,5 месяца, вы это сделали. Вот что такого происходило, что такого делал, я не знаю, может, ты платил сумасшедшие деньги, либо ты их вдохновлял как-то, кричал на них, я не знаю, может быть, кнутом их поддерживал. Да. Все прикольно началось, когда я подходил к строительным компаниям, и они говорили, что данный проект мы сделаем за два года. Суммы были баснословные, где-то в порядка 2-2,5 раз больше, чем те суммы, которые мы в конечном итоге вышли. Мы ошиблись суммой инвестиций от просчитанных до сделанных всего лишь на 4%. В строительстве право на ошибку дается в районе 30%, мы вышли на 4%. Это говорит о том, что очень грамотное спланирование. Более того, есть несколько вещей, которые мир не подчеркнул, я хотел бы подчеркнуть, потому что я очень сильно этому рад. Строительство от нашей компании вела девушка, ну это вот девушка-менеджер, ее зовут Стелла, очень классная. И основной подряд делали мы. Мы ничего более не делали, чем организовывали работу всех структур, всех одновременно, групп, в той очередности, которую нужно было сделать. Во-первых, почему это удалось? Первый ответ – это потому что мы верили и знали, что это может быть. Даже когда было сложно, мы понимали, что мы это сможем сделать. Вера – это прикреплена теми поступками, которые совершает команда, и тем, что команда готова на легкое сумасшествие вместе с тобой. И это прикольно и с математической точки зрения, потому что мы экономим много денег, но прикольно и то, что когда мы смотрим какие-то ролики про китайские строение, про это, мы думаем, да, там какие-то люди. Нет, люди такие же, как и мы. Просто ты понимаешь и берешь ответственность за все поступки на себя. Более того, когда ты берешь поступки за себя, ты делаешь таким образом, что люди вокруг тебя тоже становятся ответственными. И вот я считаю, что мы немного изменили те компании, которые работали вместе с нами. Они приходили вовремя на работу. Ну, например, они говорили, что очень сложно с каской ходить по стройке. У нас все строительные компании ходили в каске. Во-первых, я всегда надевал строительную каску. Во-вторых, мы купили напротив Супротени 20 строительных касок, повесили их на гвоздик коридор и сказали, строительная каска стоит 50 лев Супротени. Если вы будете без каски, мы каждый раз будем отдавать вам одну строительную каску и вычтем 50 лей с наших договоренностей. Все, было где-то 6-7 случаев, но все настройки ходили с строительным каском. То есть, если сделать какой-то принцип, легким каким-то решением можно изменить всю систему. Не дай бог, на этой стройке могли быть какие-то несчастные случаи, то это закончилось печально. А так все ходили в строительном каске. Таким образом поступали со всеми. И еще один прикол, такой ход мы устроили, мы там договаривались, за сколько вы можете сделать этот объем работ. Ну, договаривались, сходились по цене, они говорили 10 дней. Ну, например, стоимость 200 тысяч. Значит, получалось, что 20 тысяч в день. Ну, договорились так, и слушайте, давайте так, если мы вам не перечисляем денег или не даем фронт работы, потому что кто-то вас занимает, мы вам за каждый рабочий день, вы же со своими строителями приехали к нам, грубо говоря, рассчитывайте поработать, заработать денег для себя, для семьи, для развития бизнеса. А так вы стоите или сидите, потому что мы не можем обеспечить. Мы вам отдаем 20 тысяч лей, чтобы все было нормально. Но если вы задерживаете, то вы задержите не только нас, но и остальных, то тоже 20 тысяч лей. Но я могу сказать, что большинство компаний делало, ну, прям тютелька-тютельку в срок. Да, они работали, иногда задерживались после работы, брали людей с других объектов. Но они ответственно выполняли свою функцию. Вот примерно так. Супер. Смотри, Корнелий, чтобы было понятнее, в чем твоя фишка,
и в чем твоя сила. Я тебе задам короткие вопросы, давай, и давай. Хотелось бы коротких ответов. Давай, а потом мы уже поговорим подольше, давай, хорошо? Давай. А первый твой бизнес, сколько тебе было лет? Вот, это мне было коротко. Лет 12. Ты сейчас долго можешь сказать. 12. 12 лет, что это был за бизнес? Это были антенны. Вот я продавал, делал антенны дециметровые и метровые, это такие вот... Кто знает, для телевизоров, которые устанавливались на улице, мы делали их из... Я делал их, это был мой бизнес, я делал их из алюминиевого прутика, потом продавал каждое воскресенье 4-5 антенн продавал на рынок. Так, если коротко твою бизнес-биографию, то есть в 12 лет антенны, дальше, антенны, вот так быстренько. Так, потом я уехал в Сучаву или в Баташань что-то продавать, какой-то лук, какие-то овощи, какие-то кульки, которые я купил на рынке, да, там... Короче, ну, наверное, выигрыш двухдневной поездки было, если брать на сегодня курс, в районе 5 лей молдавских, но зато это был очень крутой опыт. Потом было, ну, и уже я вышел из бизнеса какое-то время, скажем так, и первый бизнес осознанный, взрослый, это парикмахерская, которая нынче работает, это когда я закончил институт. Сколько тебе было лет? Мне было 20 лет, наверное. Да, 20 лет. Следующее? Следующий это был, если я не ошибаюсь, это носочный бизнес, который мы угрохали. Носки? Да, носки. У нас был цех по производству носков, который мы очень круто обанкротились, истории. Но там настолько многому мы научились, что это каждый раз, я когда делаю что-то в мебельной отрасли, в которой мы там уже достаточно плотно занимаемся, то я всегда вспоминаю эти уроки и более не совершаю вот этих ошибок. Потом была химчистка у нас была, потом у нас была продажа овощей на рынке. Точно неудачно? Нет, она была удачная, была, потому что мы ее продали. А в бизнесе здесь надо уметь и получать, и расставаться. То есть и бизнес когда-то можно отдавать. Угу. Вот если он уже не растет, есть такая форма, что если ваш бизнес более не растет, то как раз то время, чтобы его продать. Так. Вот, потом была еще одна парикмахерская, потом в самой компании «Тандем» была продажа автомобилей, это еще не в «Тандеме», до «Тандема», потом в «Тандеме» мы начали производить матрасы, потом начали делать мебель под заказ, потом фасады, потом услуги разным мебельным маленьким небольшим компаниям, и становимся лидером рынка, потом мы возвращаемся в производство, закрываем производство матраса, становимся дилерами. И в этом году, о чудо, мы становимся опять одними из самых крутых производителей матрасов. Более того, мы открываем в этом же году, мы открываем с февраля производство мягкой мебели, то есть диваны, кровати и все такое. Мы в этом году еще одна такая очень крутая черта, делаем больше мебели модульной, чем мебель под заказ. То, что в Молдавии происходит, что все бегут за этой мебелью под заказ, немножко неправильно. Это происходит потому, что компании еще недостаточно хорошо научились производить. И буквально в понедельник было принято самое суперское решение всех времен. Мы сокращаем мебель под заказ в сторону модульной мебели, которая будет на 40% дешевле, качественнее, ну, сроки в 5 раз меньше. И все это во благо только тем домам, где эта мебель будет стоять. То есть уже не будет дизайнер, мы придумали весь концепт. Вот такая вот где-то технология. Рост компании средний 30% в год. За последние 10 лет рост не падает. Может быть, в какой-то год он и был 20, но на второй обязательно там 40-50% он вырастал. А дальше, ну, есть в планах продублироваться, то есть вырасти в два раза за год. Это возможно с выходом на европейский рынок, мы где находимся. Как раз Амир меня перед интервью поздравил, мы вчера получили диплом, как компания, находящаяся на первом месте в малом бизнесе в зоне Бухарест в нашей отрасли. Я безумно рад. И моей победе, победе моей команды. И... Я думаю, мы вместе с зрителями поаплодируем тебе. Красавчик, красавчик. Корнелио, давай поговорим о деньгах. Ты не против? Значит, 12 лет. Вот первый твой заработок. Сколько это было? Я понимаю, это было давно. Тебе сейчас сколько лет? Мне сейчас 40. Да, тебе 40. Сейчас 40, да. Вот 12 лет, это получается 28 лет назад. Да, много лет назад. 28 лет назад, вот первые деньги, которые ты получил, и вот что ты испытал, вот сколько это было, какая это была сумма? Знаете, я думаю, что это было 7 лей или 700 купон, я почему-то эта цифра 7 сразу не вбилась. И я сразу, мне захотелось проинвестироваться и их умножить.
Вот я прям вот сейчас ощущаю, что я тогда ощущал, что мне их захотелось умножить. Я не пошел их тратить, не пошел покупать мороженое. Там. Я тратил деньги, я сейчас помню, что у меня были мечты, и я ждал своего дня рождения для того, чтобы купить себе волейбольный мяч. В детстве я перепробовал все эти виды спорта, которые есть, я переходил все секции, и вот я остановился почему-то на волейболе, но играл в футбол. И вот я хотел этот волейбольный мяч. А с деньгами, с бизнеса мне хотелось их умножить, мне не хотелось их тратить. И знаешь, вот эта черта, наверное, осталась где-то. Я не знаю почему, мне хотелось их приумножить. Не было какой-то пост-цели, что если я вот соберу так 100 лей, скажем, то я тогда их потрачу. Нет, просто хотелось сделать больше, красивее, лучше. Вот это где-то осталось. Ну и умножилось. Так, а если взять сейчас 40 лет? 40. Сейчас, да. Ты можешь сказать, вот в месяц, вот, да, сколько вот самого большого ты получил, вот, ну, денег, что ты испытал, вот, что ты сейчас испытываешь, когда ты получаешь высокий доход? Ну, вы знаете, высокий сейчас доход. Высокий доход, мне с великим удовольствием, как-то я этим очень горжусь и дорожу, удалось сохранить вот этого маленького ребеночка, который радуется мелочам, радуется просто хорошей погоде. И я не ставил себе какой-то цель, у меня есть цель. Была радость, когда мы достигли, но это не в прибыли, это в обороте, была радость, когда мы достигли оборота в 200 тысяч евро, экспорт мебели в Румынию. То есть я говорю про румынские продажи. Это была радость, потому что это была цель, к которой мы двигались. Но это не было столько к деньгам, столько к цели. То есть была еще одна цель реализована. На сегодняшний день румынский рынок бьет ежемесячно бьет рекорды. Мы планируем на ноябрь месяц продажи в 500 000 евро. Есть еще много работы, но я думаю, что мы их сделаем. Вот. Но все это невозможно, только продажи, если не будет бэк-офис, то есть производство налаженное, чтобы делать качественно, чтобы делать все. Эйфория осталась, я кайфую даже, наверное, еще больше, потому что есть возможность не только радоваться тому, что здесь работает много крутых ребят, много сотрудников, а радуемся, я очень сильно радуюсь и за Молдавию, что наша мебель оценена на таком высоком уровне. И месяц назад на румынской выставке мы просто были поглощены этим массом клиентов. Поэтому это все вот с офигенной страстью. И я считаю, что все это только начало компании. Ее ждет очень большое будущее и в Европе, и не только в Европе. Я говорю и про Азию. Я думаю, что лет через 5, возможно, это будет и Америка. И мы готовимся, очень многому учимся, учусь не только я, учится вся команда, учится на разных уровнях, так технически, психологически, ну, чтобы выдерживать вот те нагрузки, которые на самом-то деле нас ожидают. Хорошо, круто. Подвел? Подвел, да. То есть, смотри, что мне интересно, вот давай обозначим цифры. Cornelius Cell, 40 лет, компания Tandem, 15 лет, я не ошибся? 15, да. 15 лет. Количество сотрудников компании сколько? Ну, более 300. Более 300. Да. Филиалы открытые? Ну, на сегодняшний день в Молдове 5 сколько? В Румынии, в Молдове две сколько? Фабрики сейчас. Две фабрики в Молдове. Две в Молдове, два шоурума в Молдове. Так. И 5 шоурумов в Румынии. В Румынии. И 16 дальше. Шоурумов ожидает на сегодняшний день. Нет, 3 филиала в Молдове. Там одна на Узиндор, мало кто знает еще. Но в Румынии на сегодня, до Нового года запланировано, не запланировано, а стоит в стратегическом ожидании, скажем, 10 точек. Это уже выход компании на новый уровень. Это франшиза Tandem, о котором я в последнее время очень много говорю. Это mm-hmm. успешные бизнес-модели, за которые мы гарантируем, что ваши инвестиции будут приносить очень хорошую прибыль. То есть правильно я понимаю, да, если ты предприниматель, либо будущий предприниматель, и ты думаешь о том, что какую же идею создать, не нужно создавать, обращаешься к Cornelius Cell, берешь франшизу и вперед. Ну, примерно. Ну, это так, легко. Да, если легко. Ну, да. Небольшой такой бюджетик нужно взять. Бюджет это не самое главное. Самое главное ваше желание. Ваше желание. Команду мы попробуем, да. Но вы должны быть готовы брать на себя ответственность, то есть стать лидером. А этому надо учиться. Вот. Так вот, мы очень плавно переходим к этому. Так, значит, более 300 сотрудников, филиалов ты уже перечислил, большое количество. Давай так, через 5 лет сколько должно быть? Вот есть какая-то цель, да, которую ты прописал? Есть цель, да, но ближе, через 4 года. Это 1 000 000 000 евро оборот годовой. Миллиард. Один миллиард евро оборот. 10 тысяч сотрудников.
10 тысяч сотрудников. И 10 сотрудников с доходом после выплаты налогов более 1 000 000 евро в год. Кто в поисках работы, пожалуйста, Корнелио. Да, это как моя личная цель. А количество филиалов либо франшиз сколько должно быть? Неважно. 100, 200, 300. Да, бизнес очень сильно мутирует, и мы должны быть готовы. Большой. И чем больше бизнес, тем он сложнее воспринимает какие-то изменения извне. Очень сильно на бизнес влияет интернет, очень сильно на бизнес влияет то, что происходит в западном мире. Поэтому вы должны готовы даже изменить собственную цель на более либо высокую, либо поставить чуть-чуть рядом. Ну, то есть поправить карту мира, в которой вы находитесь. Я нахожусь, я готов. Я не знаю, какой будет формат бизнеса, потому что он, его время точно изменит немного. Но вот как одна из целей, ну, легче мерить деньгами, это 1 000 000 000. Я думаю, что это должно быть. И цифра красивая. Ну, цифра, да. Это не так много, это 12 фабрик на самом-то деле. Вот сейчас мы строим вторую, запускаем на полную мощность. Есть желание, есть партнеры, которые хотят, чтобы мы открыли под франшизы фабрику в России. Но мы пока это не рассматриваем, так как концентрируемся на внутренних процессах и на качестве. Есть партнеры, которые хотят, вот сегодня даже будет встреча с партнером, которые хотят, чтобы мы на базе их фабрики в Румынии построили нашу фабрику. Ну, все это планы. В самом деле нужно 12 фабрик, которые будут очень классно производить очень много мебели. Окей, супер. То есть да. Мы поняли, что у тебя в плане бизнеса все окей. Да, очень. Вот. Ну, это круто. Ну, вот. Да, круто. Да. Круто. Давай тебя разберем как лидера. Ну, потому что тема заявленная сегодня, кто не знает, так это, у нас 12 минут осталось. Харизма и крест лидера, что это вообще такое, как это понимать. Поэтому хочется разобрать тебя как лидера. Корнелий, скажи, ты родился лидером? Вот я не знаю, может быть, будучи младенцем тоже. Я думаю, что меня лидером сделали те жизненные условия, в которых меня поставили. Но, к сожалению, умер отец, когда мне было 6 недель. И так получилось, что я в 14, ну, ушел из дома, и, ну, потом, когда я возвращался так, больше как в гости, больше как... И был вынужден зарабатывать. Я не понимал, что был вынужден, просто так получилось, что надо было есть, значит, надо что-то делать. И это закалило какую-то внутренний стержень, вот эти именно сложности. Поэтому я очень сильно думаю над своей семьей. У меня трое детей, двое сыновей и дочка. Вот, буквально завтра исполнится годик. Вот. Я сильно думаю, какие же внутренние условия нужно создать для моих сыновей, чтобы они были счастливы. А счастливы они будут тогда, когда будут добиваться каких-то собственных успехов. Не потому, что у них есть деньги, потому что дал папа или там у них там что-то есть. А когда они будут успешны. Успешны в том, чего они хотят. Поэтому я их тоже должен какому-то лидерству обучить, что ли, чтобы они добивались каких-то, неважно в чем, в рисовании, в футболе, в обучении. Мы думаем, куда инвестировать их деньги, которые они получили там, от бабушек, дедушек. Поэтому, наверное, все-таки среда, и даже не наверное, я точно уверен, что это среда, и это натасканный, грубо говоря, на себя одетый такой лидер, а не рожденный. Окей, хорошо. А давай тогда, чтобы мы пришли больше к пониманию. Давай. Харизма лидера. Вот, может быть, харизма спокойный, ну, я не знаю, спокойный, умиротворенный такой лидер. Вот для тебя харизма лидера. Если так разобрать, харизма лидера, что это? Ну, как она выглядит? Можно ее пощупать? Да, харизма — это некая сила. Внутренняя, внешняя, неважно. Чаще она внутренняя. Сила, за которой хочется быть рядом, хочется быть с ним, с этой силой, потому что понимаешь, что если ты пойдешь по пути, в сторону которой идет эта сила, ты придешь к каким-то своим жизненным ценностям или к каким-то своим благам. Вот. Харизма — это очень, ну, потому что есть, например, отрицательные харизматичные личности, ну, как Гитлер, да, Муссолини. Они за счет своей харизматичности привели большие массы не в туда, куда, как бы, мы думаем, что это правильно. А есть спокойные лидеры, как Далай-Лама или другие, которые приводят людей. И по поступкам сложно судить, а вот по тем, что происходит потом, да, то очень просто. То есть надо судить по свершенным делам. Не по тезисам, а по совершенным делам. Вот. Окей, круто. То есть, получается, харизму, ее можно, я не знаю, воспитать, да, ее можно тренировать. Конечно, да. Есть какая-то методика?
Ну, я впервые в жизни методику харизмы взял от такого легендарного, в принципе, который будет сейчас скоро в Кишиневе, Радислава Гандапаса. Я был там, есть харизма лидера в бизнесе, такой тренинг у него очень сильный, очень мощный. Я считаю, что этот тренинг стоял в основании моего осознанного развития, не вынужденного, а осознанного. То есть, когда я ел не потому, что хотел кушать, а когда я ел, потому что мне хотелось насытиться, насладиться. И более того, Радислав сделал для меня эту харизму осознанно. Я понял, зачем она мне нужна и что мне с ней делать, чтобы не привести. Я не думал тогда, что вот мне ради денег. Нет, не так. Но ради какого-то большого дела, в котором будут участвовать много людей, и этих людей я буду вести правильно, буду менять. Я точно понимаю, что лидер меняет картину мира. Он очень сильно влияет на мышление, на формирование тех людей, с которыми они общаются. Они становятся друг на друга похожи. И понятно, что у лидера, ну, стержень должен быть очень жесткий, и большинство становится на него похоже. Конечно, он тоже копирует повадки своих сослуживцев, своих членов команды, но и члены команды намного больше копируют повадки лидера. И лидер — это ответственность перед самим собой. И вот это вот ту силу, которую вложил в это Радислав Гандапас, он вложил ее через такую тонкую грань, через осознанность жизни, через то, зачем. И когда мы воспринимаем мир как дар, как некое, что мы из него, как из пластилина, можем сделать все возможное. И когда еще ты после этого понимаешь, что любые мечты и цели, они реализуемы, главное в эту сторону идти. Более того, когда мы в первый раз попали на Радислава Гандапаса, это была случайность. Мы потратили на двоих с моим, у меня есть партнер, его зовут Иван. Вот с партнером мы ездили обучаться вместе, чтобы расти вместе. Вот. Мы потратили стоимость одной двухкомнатной квартиры. Это было очень дорого, но это была самая оправданная моя инвестиция за весь период, где я обучался. Да, есть еще прорывы, где я обучался, это очень круто. Я обучался потом у Владимира Константиновича Тарасова, я обучался там в финансовой академии при правительстве Российской Федерации 2 года. Это тоже было очень дорого. Но таких прорывов было, посчитать по пальцам. Я также, вот, Тони Робинсон, как все вы знаете, что тоже. Но у всех у нас есть возможность, не важно, что вы там видели в интернете, если мы делаем, мы этого не знаем. У всех у нас есть крутая возможность вот сейчас, этой осенью, побывать и насытиться не только информацией, но вот этим тембром, вот этим, как правильно сказать, атмосферой, которая проникает вовнутрь и меняет что-то внутри нас на самом-то деле. Вот это самое крутое. Потому что информация из книжка, но если она не проникает, если она не ложится на те полки, то она не работает. И я считаю, что те, кто был первый раз, ну, им только повезло. Потому что те детали, которые они пропустили в первый раз, а мы знаем, что детали важнее порой, как целые там тонны информации. А детальку чуть-чуть изменил, и уже все получается. Результат по-другому в детали. Это просто... Амир, тебе большое спасибо еще раз, что ты привозишь этого человека в Молдавию. Это очень круто, это невероятно круто для Молдавии. Тем более, я знаю, что событие будет по масштабам Москвы. То есть, насколько я знаю, такого большого события не было, кроме чем в Москве. А можете представить, когда тренер воодушевлен вот этой эмоциональностью, тем более у нас Кишинев теплый город, теплый, я имею в виду, в нем очень светлые люди живут. Когда он воодушевлен этой эмоциональностью, он выходит, видит зал вот такой переполненный такими крутыми ребятами, он просто, я думаю, что нам всем разорвет мозг. Я тоже там буду, непременно, не буду ни один, но я буду с командой. Половину стоимости этой команды я сам заплатил. Вторая, чтобы как ответственность шла на них, они сами за себя заплатили. Это я обращаюсь больше к тем ребятам, которые уже в бизнесе, и у них есть команда. То есть развивайтесь не один, развивайтесь с командой, и это быстрее будет, вы будете достигать своих целей, потому что вы делегируете знания, это чуть-чуть, это не важно. Эмоциональную часть вы сможете делегировать? Можете проникнуть вовнутрь в стержни и там изменить пару штучек, которые приведет вас всех быстро, ну, вот туда. Вот, я не помню, на какой ответ я отвечал, а вопрос отвечал, потому что я эмоционально... Выдушевился эмоционально. Просто я реально в режиме ожидания, что сейчас вот это вот сумасшествие будет со всеми, и мы вот как бы вот этот зарядкой выстрелим.
выстрелим к своим мечтам, к своим целям, это будет круто. Смотри, вопрос был касательно харизмы, каким образом можно ее получить, как она тренируется, тренируется ли она вообще. И просто вот, понимаете, вы смотрите, а я чувствую, когда ты находишься рядом с Корнелио, он всегда говорит с энтузиазмом. И это не просто энтузиазм, это энергия, которую он передает. И это очень круто, потому что ты, когда находишься рядом с ним, и если ты хочешь развиваться, то он тебе очень сильно в этом помогает. И мне кажется, как раз один из характерных моментов лидера – это то, что он умеет заряжать. Он умеет заряжать и вместе с собой всю команду вести к цели и добиваться результата с командой вместе. Поэтому у меня следующий вопрос – это касательно креста. У тебя коварные сегодня вопросы, но я поддержусь. Касательно креста. Вот каждый лидер имеет какую-то цель, но невозможно быть лидером без цели. И у каждого есть такое понятие, как крест. Вот свой крест. Вот какой у тебя крест? Вот что ты несешь? Вот почему ты взял на себя такую большую ответственность? Ну, на самом деле, вот представьте на секунду, 300 человек, более 300 человек, которые работают у Корнелио. Это сколько человек, ну, зависит от Корнелио. Сколько людей счастливых, которые получают замечательную мебель и радуются этому. То есть, на самом-то деле, Корнелио делает счастливых многих. И вот это же ответственность. Если ты начнешь делать это плохо, это почувствуют все. Плохая мебель, зарплаты не выплачиваются, либо маленькие, либо кого-то увольняют. Ну, это сложно, поэтому на тебе очень большая ответственность и так называемый крест. Какой он? И ты его, насколько вот ты его чувствуешь и ну, что он себя представляет? Наверное, это какая-то эгоистическая сторона, я все-таки скажу, крест лидера. Лидер кайфует под тяжестью креста, наверное. Мы все выбираем то, чего мы хотим и от чего мы кайфуем. Главное нести его правильно, осознанно, наверное, и не позволять, а мне надоело и сбросить. Часто такое бывает. Нанимают людей для того, чтобы они работали на кого-то. Что, это не совсем правильно. А правильное будет другое. Правильное будет, когда цели компании, цели лидера смотрят в одно и то же направление с целями большинства сотрудников. И когда сотрудники стремятся для достижения собственных мечт, собственных целей, они приводят и саму компанию к той большой цели, которая она есть. Так как в юношестве было достаточно сложно, у меня была какая-то внутренняя потребность помогать людям. Даже мое имя переводится как учитель с римского языка. Помогать людям, но я понял, что помогать теории – это не очень сильно работает, так как мы делаем очень достаточно много курсов, много, ты сам знаешь, там выступлений. Вот помогать не просто информационно не получается, а вот помогать им развиваться осознанно, когда они в деле, когда они что-то творят, когда они чувствуют собственный успех, когда они из человека, который в себя не верит, за 2,5 месяца становится экспертом в области строительства, да, и скажет, да, я могу тут непонятно что строить. Это, конечно, круто. Это ты видишь слезы радости. И ради этих слез хочется подниматься каждый день с кровати, идти туда на эти баррикады, решать вопросы с деньгами, с долгами, с клиентами. Нет, не то, что мы не ошибаемся, мы ошибаемся. Ну, есть ряд ошибок, которые они тоже должны быть контролируемы, потому что если слишком много ошибок, то компания умрет. А если ошибок не будет, она не будет развиваться. И вот на этих ошибках как раз мы и учимся, на шишках, которые мы набиваем. Да, наши шишки другого порядка, другие деньги, но в то же время это кайфово, когда ты набил себе шишку, а потом там что-то не очень хорошее сделал клиенту, потом клиент позвонил и сказал, спасибо, вы знаете, в конечном итоге так все круто получилось, а ты понимаешь, что ты практически ничего не делал, там покорял какую-то гору, оттуда позвонил, говорит, да я вас верю, и это сделала команда. Вот гордость за саму команду еще круче и больше, чем гордость за самого себя. Но наверное, крест мой в том, чтобы, ну, если есть возможность менять чуть-чуть людей, которые вокруг меня, то поменять как можно их больше. Круто. Круто, прям вот респект. Такой вот вопрос. Достаточно, ну, давай поговорим напрямую. Давай. У нас осталось не так много времени, и мне хочется вот как будто блицам... мы сейчас говорили на косовизну. Вот. Друзья, все, что я говорил, это было очень прямо. Нет, согласен, просто сейчас я хочу прям копнуть очень глубоко. И мне интересно, если у меня получится. Я буду стараться быть достаточно закрытым. Не надо, не надо. Вот, вопрос у меня вот о чем. Скажи, пожалуйста, самая дорогая ошибка, которая у тебя была в жизни, сколько она тебе обошлась?
И как, интересно. Да, и как ты смог выйти из этой ситуации, какие ты сделал выводы, и как ты исправил, либо сделал эту ошибку, наоборот, опытом и самая дорогая, да, я экономлю время, сразу стараюсь ответить. Самая дорогая ошибка это была... Во-первых, я точно знаю, что есть ошибки, которые я не совершал. А это самые дорогие ошибки, которые у меня есть. Ошибки, которые я не совершал, значит, я чего-то еще не знаю. И это в конечном, в недалеком будущем может привести к какой-то там недозаработать. Да? Может быть, я что-то где-то струсил, не открыл что-то, какой-то бизнес, который хотел. Или не открыл какое-то направление. И я думаю, что цена этой ошибки самая большая. Но, кроме этого, есть ошибки, которые я совершал. На них я точно знаю, самая большая ошибка, это была инвестиция в мебельную фабрику. Ошибка состояла в том, что мы не думали, как из этого бизнеса выйдем. У нас была только стратегия, как мы в этот бизнес зайдем. И это очень слабая стратегия. И когда пришла зима, пришел период плохой, а инвестиции были на тот момент 20 тысяч долларов. На сегодняшние деньги это в районе... Ну, 20 тысяч долларов это было... Потом я купил себе через несколько лет квартиру за 4300. Это было 5 квартир в Кишиневе. То есть на сегодняшний день это было долги трех. Мы были три друга, которые сложили деньги, еще одолжили. И мы торчали, короче, 200 тысяч долларов. Это были очень большие деньги. У нас была депрессия где-то год. Вышли мы из нее очень просто. Мы просто тупо стали делать, неважно что. Мы начали продавать овощи на чеканском рынке. Мы приглашали своих сотрудников из парикмахерских покупать овощи у нас, потому что у нас долги, и нам надо их было отдавать. Вы знаете, произошло чудо, через три года мы эти долги отдали. Все. Мы создали бизнес двумя шуруповертами, то, что сейчас называется, то есть инвестиция в компанию «Тандем» была 300 долларов. 40 долларов мы купили машину, которая еле ездила, еще за 80 долларов мы ее починили, короче, у нас была первушка за 120 долларов, потом за 100 долларов мы купили швейную машину, и потом со всеми поставщиками договорились, чтобы нам дали чуть-чуть сырья, и мы таким образом стали производить матрас. Те штуки, которые сегодня мы делаем на крутых станках, там очень американских, современных, там умных, мы придумывали разные штуки, которые делали вручную. И это производство дошло до 800 матрасов в месяц. Сегодня, например, мы планируем 1000. То есть мы ручным образом дошли до 800 матрасов в месяц. Это было благодаря только тому, что мы совершили эту смертельную, можно сказать, на тот период ошибку, но мы не сложили руки. Мы вышли из этого, мы вышли из дома, сказали, нам надо что-то нахрен делать. И мы пошли делать. Вот. Круто. Это было не коротко, но зато очень круто. Кто не поймет, скажу, матрас. Ну да, такая-то сумма. Ну, произошло, ну, сделали, ну, потом собрали. Очень круто. А хорошо, а за что ты вот гордишься больше всего? За команду свою. Тебя переполняет. Ну, вот команда принимает 300 человек, это слишком много. Вот есть конкретные... Человек, я не знаю, за кого ты говоришь. Люди, там у нас где-то, ну, за многих ребят, и неважно на каком уровне, я горжусь ребятами с производства, я прохожу мимо парня, который режет на станке, мне хочется поставить руку, сказать, ты круто, вот, ну, ты молодец, я вижу, что ты с душой, то, что я смотрю, насколько он сильно смотрит на детали, смотрит на вглубь вопроса, неважно, он... Важно, что он осознан. Также есть в управляющей компании, там, как считают финансы, насколько бережно относятся к деньгам. Я говорю, обращаюсь сейчас к бухгалтерии. К дизайнерам, когда я чувствую, что он прямо думает за этого клиента. Ему же так будет неудобно. А кто-то скажет, а нам же так проще. И я понимаю, что этого человека в нашей команде не проще. Вот за свою команду, я не говорю за самые умные директора, у нас все, я ими горжусь и все. Нет, за всех уровней. Но за тех ребят, кто по-настоящему переживает. Я кайфанул сегодня утром, я встал достаточно поздно. Сегодня 6:45, ну, искупался и смотрю на телефоне, взял телефон, смотрю там в Фейсбуке сообщение. Люди пришли в 7 часов на новую фабрику, чтобы навести порядок, потому что в 8 начали переезжать станки с фабрики с аэропорта. Их никто не заставлял, никто не просил. Они осознанно сказали, ребят, давайте мы когда будем переезжать в чистые помещения. Это круто. И это вот я вот за это, ну, наверное, очень сильно горд. Это если про бизнес. А так я очень сильно горд за свою супругу, которая умеет и быть настоящей мамой, справляться с этими эмоциями, отдавать знания, любовь и в то же время, ну, быть как эта Шива, да, это, ну, это колоссально, конечно.
Я очень сильно горд еще за Молдавию, за тех людей, которые здесь находятся и находят все силы делать правильные вещи. И у меня очень много друзей, которые действительно кайфуют от того, что они делают. Я, ну, меня это, от этого переполняет, переполняется грудь, ну, вот прям вот, вот очень круто. Ну, опять же, не буду делать комплименты Амиру, потому что ты тоже колоссально круто. Ну, я имею в виду те мероприятия, которые стараешься сделать. Я понимаю, что здесь где-то и про деньги, но здесь где-то и про больше, чем деньги. Ну, а Владимир Константинович Тарасов говорил, что если это благое дело, то оно непременно должно быть прибыльным. А если человек не готов платить за знание, то это не знание, а информация. А знания применительные, тогда надо за нее платить. Ну, это круто, конечно, на самом-то деле. И чем круче мы готовы платить, тем больше к нам возвращается. Я не говорю сейчас, что вы должны заплатить какую-то двойную цену за вход, но... Надо правильно расставлять бобы, и почва знаний для бобов является одной из самых лучших почв для инвестиций, как и денег, так и времени и всего. Это можно делать через книги, через YouTube, но ни в коем разе не нужно этим пренебрегать. Круто, круто. Я просто не буду переставать говорить круто, круто, так на самом деле круто. Да. Вы-то смотрите, и наверняка интернет немного притормаживает, и вы не успеваете уловить все те эмоции, которые передает Корнелио, но сидя рядом с ним, я просто ощущаю, насколько все правда, и эмоционально вот ты пережил это. Знаете, очень важно пережить, потому что ты можешь прочитать, ты можешь посмотреть, ты можешь пересказать, но то, что Корнелио это все пережил, и то, что он звезду не ловил, и то, что у него не было тех, кто Корнелио, вот держи, делай все, что хочешь с этими деньгами. Ну, вот такого не было у Корнелио, и это прям вот, ну, ты меня, конечно, аж вдохновляешь. Вопрос. Представь, Корнелио, просыпаешься завтра утром, звонишь своему партнеру, и он говорит: Корнелио, беда. Все, обанкротились, компания просто разрушилась, ничего нет. Вот просто нету. Вот, грубо говоря, ты голый. Вот что бы ты делал? Вот представь, ты завтра просыпаешься. Я отвечу, как я ответил моей маме. Вот такие вопросы задает. Когда я заканчивал институт, я уезжал в Кишинев, а моя мама меня ругала, потому что какой-то период времени я не работал, я объяснял маме, что так надо. Ну, я очень интенсивно в то время учился. Это я говорю про лето, это я не учился в институте. Но я решил жениться вот на четвертом курсе. Я заканчивал четвертый курс, я решил жениться. Мама говорит: как ты женишься, на чем ты будешь, чем ты прокормишь свою семью? И я тогда сказал: мам, я видел, как люди бьют плинтус. Цена погонного метра бить плинтус на сегодняшний день, наверное, 30 лей погонный метр. Вот. И в день я видел, что люди набивают 10 метров. Говорю, я могу набить 100. Вот я буду зарабатывать за каждый день 3000 лей. А потом очень скоро у меня появится двое сотрудников, которые я научу бить плинтус так же быстро, как я, и половину прибыли они будут отдавать мне. И вот в таком же формате я считаю, что вот мы сейчас в тандеме удешевляем сильно цены. Не потому что материалы дешевле, потому что мы умеем обучать своих собственных сотрудников обращаться с личным временем по-другому. Это тоже как бы не эйфория. Поэтому я думаю, что я полезу обратно в бизнес. Обратно точно с малого. Не знаю, насколько сильно я там буду там брать кредиты. Я не пойду в наемники. Я буду создавать какой-то бизнес, потому что я считаю, что я могу поменять судьбы людей, тех, которые находятся со мной рядом. А в наемном бизнесе мне этого не позволят. А, вот, вот так. Но я буду с очень маленького чего-то начинать. Так, мне тут сообщают, что у нас осталось пару минут, поэтому блиц. Ну, у меня тут появляются разные окошки. Вот, значит, и мне бы хотелось огромное количество вопросов, которые я тебе хочу еще задать, но не получается. Поэтому блиц, как я пытаюсь несколько раз, чтобы мы его сделали, вот на самом деле вот сейчас блиц. А сейчас будет. Давай, только вот на самом деле коротко. Я уже отвечаю, три. Да. Назови мне самого крутого лидера, которого для тебя является пример. Не нужно писать, просто назови имя, фамилию. Ричард Брэнсон, Тони Робинсон. Так, Ричард Брэнсон, Тони Робинсон. Тони Робинсон. Из политиков. Вот назови кого-нибудь из политиков. Я без политики.
Никого. Ну вот, вот есть лидер в политике, которого ты бы... Я не говорю про нашу страну, я вообще не, в целом, в мировой был один истории. Лидер, который, я на него смотрел, когда его выгнали с парламента, как он прощался с английским парламентом. Я вот не помню его фамилии, это было где-то 8 месяцев назад. Как-то. Я не смотрю телевизор, друзья, 7 лет уже. Я это не понимаю, что происходит, вот, но вот какой-то ролик упал, и там вот было, как он благодарил своих оппонентов за то, что они вместе боролись за лучшую Англию. Я не помню, чье это видео, но это нереально крутое, это нереальный лидер, который он говорил, и все споры, которые здесь были, только для того, чтобы эту Англию сделать лучше. Ну вот я вот, ну вот прям проникся этим интервью, вот я считаю, что его вот лидер, да. Назови три критерия сильного лидера. Три самые главные. Ответственный. Первое. Да, умение держать удар. Второе. Да, и видеть будущее. Третье. Да. Круто. А если к тебе подойдет молодой лидер и скажет: Корнелио, вот мне сложно, вот у меня не получается добиться тех результатов вместе со своей командой, которыми я иду, ну не получается у меня. Uh-huh. Вот что бы ты ему порекомендовал, чтобы его уровень как лидера вырос? Что прочитать, что посмотреть? Ну, ты подводишь меня под Радислава Гандапаса, несомненно. Еще есть Тони Робинс, он тоже очень крутой человек. Еще есть ребята. Просто Радислав Гандапас и крут, и близок, и не стоит по деньгам, вам не надо куда-то улетать. Вот, например, я улечу на тренинг 9 числа, там называется тренинг «Волки стая». Вот, и это один день, это в Москве, это две ночи гостиниц, это перелеты. А вы здесь ни во что не попадаете, и это круто, потому что это можно сэкономить и попасть на нереально крутой тренинг. На Радислава Гандапас, например, был в Москве один раз. За что? Это еще и другие расходы. Да? Как временные, так и денежные. А время – деньги. Ну, считайте, что в два раза больше денег. Вот, наверное, я ответил. Да, ну, читать много, читать, конечно. Читать, общаться с умными людьми. Если вы самые умные в этой комнате, выйдите из нее, это ошибка. То есть, и выйдите как можно быстрее, а то вы затупеете очень сильно, быстро. Потому что вы станете средней температурой в этой комнате, а это нехорошо. Вам нужно быть глупее. Вы зайти в комнату, где вы себя ощущаете глупым. Этой комнаты может быть библиотека, где вы себя считаете достаточно глупо по сравнению с теми книгами, где там написано. Это YouTube, какие-то умные речи каких-то умных людей. Ну, создать себе клуб каких-то умных, ну, либо клуб молодых бизнесменов. Да, либо клуб, конечно, такой клуб, как вот там средняя температура достаточно высокая. Ну, есть еще клуб молодых бизнесменов в Украине, другой еще там можно разбавить температуру. То есть куда сходить, да. Ну, я считаю, что так. Тогда вы смотрите, а один простой прием, вы смотрите повадки лидера, повторяете, и вы знаете, вы превращаетесь в того, в кого копируете. То есть, если вы копируете успешного человека, вы превращаетесь в успешного человека. Это самая простейшая технология. Вот. И, ну, я честно скажу, я копировал Радислава Гандапаса. Я прям жестикулировал, как он поднимал голову, вот он, у него есть такие жесты. И ставил ноги, как он там. Я вспоминаю разные... Вот, да, вот это на долгие годы. С Радиславом Гандапасом я познакомился в первый раз 12 лет назад. Где-то 12 лет назад, да. Круто. Круто. Да, я просто читал его книгу, и так мне посчастливилось, когда пошел покупать еще одну книгу, и вот, а я, у меня стала первая брала, то есть он был в офисе в Ораторике в Москве, и он мне ее подписал, мне прям вот аж такое, да, как будто вот, но это было нереально круто, очень круто. Вот, ответил. Круто. Ребят, время подходит под конец, и я со своей стороны хочу сказать, передо мной сидит на самом деле настоящий харизматичный лидер, у которого квест, ну, нести в массы ту пользу, которая помогает окружающим и разбогатеть, и понять, что они делают и как они это делают, и помогать им расти и становиться лучше. Поэтому для меня, я вот всегда радуюсь тому, что меня окружают такие сильные личности, как Корнелио Сеу и многие другие наши спикеры и друзья. А что я могу сказать о Радиславе Гандапасе? Я с ним познакомился 5 лет назад, и он был тем человеком, который его тренинги вдохновили меня создавать и помогать окружающим. Поэтому клуб молодых бизнесменов — это было как раз тот момент, когда я для себя понял, что
пора. Пора что-то приносить, какую-то пользу и менять окружающих, потому что мне самому этого не хватало. Я хотел себя окружить людьми, которые меня сильнее. Поэтому эгоистично было, да, я создавал проект для того, чтобы окружить себя сильными личностями, познакомиться с Корнелио, так бы я с ним вряд ли бы познакомился, и с многими другими людьми. Хитрюга. Да, поэтому я эгоистично создавал клуб молодых бизнесменов. Мне хотелось окружить себя теми людьми, с которыми я смогу пообщаться, познакомиться, брать у них информацию и становиться сильнее. Потому что прежде всего, чем если ты хочешь стать сильным человеком, окружи себя теми, кто тебя сильнее. Намного сильнее, и ты сможешь у них брать информацию, знания, энергию и становиться лучше. Для меня Радислав Гандапас пример человека, который является экспертом в области публичных выступлений, ораторского искусства, лидерства и умения себя представлять как бренд. И поэтому для меня, я вот горжусь тем, что 28 и 29 октября в Рэдиссоне он выступит. И вы сможете, кстати, посмотреть сейчас ролик и узнать более подробно, как это будет происходить. И вам станет еще понятнее. Прими участие в самом грандиозном событии года в сфере бизнес-образования. Номер один в 12 странах. Самый востребованный бизнес-тренер в области лидерства, харизмы и ораторского искусства Радислав Гандапас. 28 октября в Кишиневе. Radisson Blue. Информация на сайте gandapas.kmb.md или по телефону 067-482-067. Раскрой в себе харизму лидерам. Друзья, ну, мы подошли к концу, к сожалению. С Корнелио, я думаю, легко можно связаться. У него есть Facebook Корнелио Сейл. Вы можете со мной легко связаться, Амир Ройтман. Мы еще оставим наши координаты под этой прямой трансляцией. Сейчас мне бы хотелось, чтобы ты, Корнелио, завершил наш диалог каким-то своим посылом. Ну, потому что наверняка у тебя есть что сказать, и сможешь ли как-то ты вот это коротко укомплектовать тем людям, которые смотрят тред и думают о том, ну, а все-таки вот лидер, вот, ну, вот что мне сделать, вот какой мне шаг сделать вот сейчас, а может быть даже чуть позже, после работы, потому что многие сейчас работают, для того, чтобы сделать свою жизнь чуточку лучше, либо жизнь окружающих. Вот какой бы посыл бы ты вот сейчас, знаешь, как речь президента, что бы ты такое сказал, камера на тебя. И мы на этом завершаем. Друзья, что я вам хочу пожелать? Я хочу вам пожелать, конечно же, роста. Роста во всем, что вы делаете. Роста эмоций, роста внимания, роста осознанности и всего. Но я хочу, чтобы вы кайфовали. Неважно, в каком положении, финансовом, не финансовом, вы находитесь, все равно прийти к той точке, к которой вы хотите, возможно. И для этого есть три шага. Первый. Осознайте, что вы есть, где вы есть, как вы есть, с кем вы есть, что вы едите, что вы кушаете, что вы слушаете. А второе, простите себя за это. Просто отпускайте, ничего страшного не произойдет. Просто простите, не думайте себе, ну, как я мог в это вляпаться. А третье, и это самое важное, непременно подумайте туда, куда вы хотите дойти. Вот неважно, что есть, вы себя простили, это как будто вас отпускает. Найдите то, куда вы хотите прийти. И как вы только поймете, куда вы хотите прийти, какую машину вы хотите, каких друзей, какую семью, в какой компании, или какой компании, или какая у вас роль в бизнесе, не важно, какое у вас состояние здоровья, и не важно, в каком состоянии душевном вы находитесь, все это не важно. Вы являетесь лидером своей жизни, и вы принимаете решение, куда хотите прийти. И поверьте, с вами начнут происходить чудеса. А чтобы эти чудеса быстрее происходили, находите тех гидов, кто вас будут туда проводить. Ну, я имею в виду таких, как Радислав Гандапас, как Тони Робинсон, как такие крутые люди, которые ни одного человека вывели с этого уровня куда-то туда, далеко, куда они даже не мечтали. Я сам когда-то не ожидал, что у меня будет 300 сотрудников. Я хотел работать простым учителем в колледже, учителем физики и математики. Но так жизнь распорядилась, что я помогаю расти больше людям, чем если бы я был учителем в этом колледже. Верьте, и все произойдет. Спасибо, Амир, что ты мне во меня поверил и пригласил сюда. Это круто, ребята. Вы знаете, все очень просто. Ну, с моей стороны, что я желаю вам. Найдите таких людей, как Корнелио Сел, и просто скажите: «Корнелио,
Вот просто, вот удели мне внимание, пообщайся со мной, и я хочу зарядиться, потому что в каждом из нас есть лидер, ему просто нужно развить. Неважно, управляешь ты кем-то, либо ты никем не управляешь, ты можешь быть лидером в спорте, ты можешь быть лидером на кухне, ты можешь лидером быть везде. Поэтому окружите просто себя теми людьми, которые вам передадут эти знания. Так что, Кунай, тебе большое спасибо, и вам спасибо. Спасибо. Спасибо, друзья. Пока-пока всем.